Инспекторы надзорного ведомства будут контролировать соблюдение новых стандартов по вывозу отходов со строительных площадок в Одинцове, сообщила пресс-служба главгосстройнадзора. Напомним, подмосковные застройщики, подрядчики, транспортные компании, управляющие организации с 1 июня могут перевозить строительные отходы только при наличии специального разрешения и электронного талона. Все данные о вывозе отходов будут стекаться в единый мониторинговый центр.